Fashion Collection объявляет конкурс. Соберите 10 выпусков журнала, вышедших в Сургуте. Принесите к нам в редакцию и участвуйте в розыгрыше. Главный приз – сертификат на 50 тысяч рублей от салона кожи и меха «Солини Коллизионе». Подробности по телефону 221-555 и на сайте indifisnews.ru. «Солини Коллизионе». Торговый центр «Новый мир» и торгово-развлекательный центр «Вершина». Вечно как юность, молод Сургут. На сцене городского культурного центра прошел конкурс «Гармония», посвященный 420-летию нашего города. Энергии и оптимизма участникам не занимать. Подготовка – кропотливый труд, говорят участники. Важна каждая деталь – от репертуара до сценического костюма. Конкурсанты – старшая возрастная группа. Это золотые годы, так называемые, безусловно, основные участники, люди преклонного возраста. Но это тем более нам гораздо приятнее и трепетнее наблюдать, когда люди в таком возрасте делятся своими чувствами, эмоциями и теплом. Конкурс прошел под девизом «Сургут – судьба моя». Жюри оценивали номера по трем номинациям – художественное слово, хоровое и сольное пение. В репертуаре произведения как популярные, так и собственного сочинения. И каждый год, и репетиции, и концерты. Мы же ведь сидим, потому что это старая гвардия. И мы не можем сидеть. У нас, знаете, заложено так у нас в этом, в наших. У нас вон есть даже участница одна, ей 80 лет. Представляете? Вот так. И все вот ходят, занимаются. Вот сейчас посмотрите, как она поет. Она частушечница. Мне пожар не говорит, у меня душа горит, а я милому в ответ. У меня пожарных нет. Ух ты! По итогам конкурса в каждой номинации было присвоено первое, второе и третье место. Так, за сольное пение победу присудили Надежде Волошиной. В художественном слове наивысшую оценку жюри получила Елена Морозова. В хоровом пении лучшим стал коллектив первопроходцев. Конкурс «Гармонии» – мероприятие традиционное и за 6 лет успел стать неотъемлемой частью общественной жизни горожан. Организаторы надеются на ежегодное пополнение творческих коллективов. Ксения Рабаданова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.